У нас народ до сих пор понимает, что ловит, думает, что ловит приманку. Огромнейшую роль играет способ ее подачи. И место данное, где ты эту приманку применяешь. Резина бейт-бриз и только резина бейт-бриз. Она вообще считается одной из лучших на сегодняшний день на рынке рыболовных снастей. Ловись, рыбка. Большая и очень большая. А где резинка-то, друг? Вот, сожрал резинку, выплюнул. По-хорошему, за такое надо его закоптить. Но мы люди гуманные, мы европейский менталитет поддерживаем. Поэтому мы его возьмем и выкинем за борт. Когда вы ловите в таком ломовом коряжнике, вроде как офсетник, он должен не зацепляться по определению, но вот часто бывает так, что жало чуть-чуть поднимается над силиконом. Тогда нужно принудительно его слегка туда вонзить. Это нужно делать перед каждым забросом, посматривать, как все обстоит, иначе потери приманок будут не катастрофическими, но достаточно болезненными. Поэтому лучше вот перед каждым забросом убеждаться, что у вас жало спрятано внутрь резиновой приманки. Тем более приманки-то они не сильно дешевые, и терять их просто так вот по дурости очень не хотелось. Мелким здесь совсем. Да, здесь вот опять это резина, мося. И небольшой кусочек. Мы ловим крупную рыбу. Нам нужна щук и судак. Большой щук и большой судак. Вот почему-то по-русски мы называем эту рыбу щука женского рода. Почти во всех языках она мужского рода. У поляков это щупак, у немцев это дюхехт, у французов это le brochet. Вот. А мы почему-то вот считаем, что только женщина может быть такой зловредной, противной, усачей. Во время такого джига я заметил одну интересную особенность. Когда у нас
допустим, во время лова поклевок окуня происходит вот такой классический удар в кончик удилища, да, мы сразу подсекаем, и окунь сидит. Но бывают моменты, когда окунь его зажевывает, эту резину. И это очевидно видно вот по кончику, когда кончик начинает там судорожно дрожать, там. И вот если резко в этот момент сделать подсечку на первом контакте рыбы с резиной, как правило, подсечка происходит, ну, да еще и хвост оторвет. Пустая, да. Да еще и хвост оторвет. Здесь, наверное, наилучшим образом надо будет дать небольшую паузу и подождать, когда окунь заест вот эту резину. И после 2-3 секундной паузы мы немножечко подсекаем, и он сидит у нас. Я вот эту японскую марку для себя выделил среди всех остальных где-то 2 года назад. И самое интересное, что больше всего рыбы я переловил у себя на Москве-реке зимой, потому что у нас зимний спиннинг практикуется, и там съедобность резины имеет очень большое значение. И вот я выделил, во-первых, Bait Breeze среди всех прочих марок резины, во-вторых, вот среди вот этого всего ассортимента у меня были свои очень такие вот любимые позиции. В частности, вот что характерно, мы сейчас отловили полдня здесь. У нас была пачка целиковая вот этой приманки, которая называется Бакси. Но, обрати внимание, осталась одна. Что касается ловли щуки и судака, вот сильный фактор съедобности я не замечал. Но вот что касается ловли окуня, однозначно фактор съедобности положительно влияет на ловлю, на поклевки. Вполне согласен. Это касается не только джиговой ловли как таковой, но и различными поводковыми оснастками. Угу. Вот вопрос, да, все-таки, насколько вот поводковые они вот в ваших краях, все-таки здесь джиговая ловля, она доминирует? Ну, я иногда практикую дропшоп. Но дропшот все-таки это не совсем поводковая оснастка. Поводковая имеется в виду, когда приманка болтается на одном отдельном поводке. И вот тогда фактор съедобности имеет колоссальное значение. Абсолютно. Собственно, он и на джиг тоже, вот мы сегодня это много раз убеждались, когда давали паузу, он терзает эту резину, пытается ее заглотить. Особенно на легкий джиг. На легкий джиг, да. Когда вес головки такой, что он не сильно напрягает, не сильно искажает вот восприятие этой приманки. И как раз вот в это время съедобность, ну, как никогда лучше проявляет сам себя. Окунь зажевывает эту приманку, ты чувствуешь, и делаешь там паузы какие-то, 2-3 секунды, он ее жует, заглатывает, делаешь подсечку, он сидит. А ведь помнишь, был момент, когда у нас народ в съедобную резину не верил, думал, что это такая разводка, что называется. Вот. На самом деле, когда раз попадешь вот в такую ситуацию, когда вот рыба действительно вот ты не подсекаешь, она... Ну да. Вот. И 2 попадешь, и уже начинаешь понимать, что это все не сказка. Был момент, когда наши рыболовы над эхолотами смеялись и говорили там разные вещи про него, что он не нужен, да, что мультфильмы можно дома по телевизору посмотреть. Но было это, причем достаточно недавно. Это еще вот на памяти кажется, что вот-вот. Но на самом деле эхолоты-то они появились, такие серьезные эхолоты, там лет 12-15 назад. И сейчас они все модифицируются. И точно так же и с силиконом. Оно не стоит на месте. Конечно, потому что конечно. То, что было... Я помню, в конце 90-х годов там были какие-то варианты силикона с какой-то отдушкой. В основном какая-то американская резина была. А потом до нас стали доходить японские виды резины. И вот Bait Breeze – это, в общем-то, одна из таких марок. Я в этом году был на выставке в Осаке. Ну, как-то они там очень уверенно себя чувствуют. Вот я много там с кем пытался говорить. Вот, то есть Bait Breeze – это очень-очень серьезная марка именно в плане съедобности, при том, что они делают съедобность, насколько я понимаю, под самую разную рыбу. У них есть здесь и морские серии, и пресноводные, но самое интересное, что вот сегодня я изловил пачку резины морской серии, на него клевало очень хорошо. То есть я бы не стал делать таких вот разграничений очень таких пресноводные и морская. Там, может быть, чуть-чуть оно скорее по геометрии отличается, может быть, по текстуре, но вот ароматизатор, который там внедрен в этот пластик, он, в принципе, работает и по нашей пресноводной рыбе.
Евгеньевич, вот на сегодняшний день, скажу тебе честно, да, подкупает меня резина Bad Breeze, кроме всего прочего, еще и своим огромным ассортиментом, вот как ты сказал. Ну, огромный ассортимент, вот у меня 2 года практики, может быть, нельзя назвать ее беспрерывной, там какой-то сезон я больше ловлю, какой-то меньше. И получается так, что я вот для себя из вот этих всех разновидностей там 2 просто разловил супер, там еще там 2-3 разловил хорошо, а остальные, они для меня пока остаются загадкой, потому что до этого до всего руки не доходят, но я всегда говорю про японцев, что это нация людей, которые ничего не делают просто так. То есть, совершенно верно, это все продумано, да. Прежде чем вот что-то подобное выбросить на рынок, да. Это проходит такое тестирование, и они вот за такой товар отвечают. Curly Grab, да, резина? Ну, вот. Это то, что у нас принято называть твистер. Твистер, но, обычный, видишь, он, классический твистер. С одной стороны, обычный твистер, с другой стороны, здесь вот такая вот сотовая система. Да, то есть, ребристый такой, оно дает, хвостик. Во-первых, очень легко играет это все. Вот я пробовал ловить, и достаточно минимального движения, оно уже вот так все пошло. Да. Вот, какую я это роль играет, внимание. Вот я не знаю. Вот, может быть, это имеет значение, может быть, нет, но это нельзя было не отметить. Плюс еще игра вот этого цвета, вот за счет вот этой сотовые структуры, да, тоже, да, получается, да, да, туда-сюда. Но, понимаешь, как у нас народ привык к 2 типам резины. Это твистер, либо хвост. Либо, да, существует много-много самых разных. Да. Мы можем подобрать себе 2-дюймовый, 2,5, да, для микроджига. Вот в данном случае я держу в руках сейчас это 3,5 дюйма. Это вполне вписывается в рамки легкого джига. Ну, это, скажем, такой опленовый формат. Да. Там... А есть вот, к примеру, более крупный, уже 4,5, да, дюйма. Да, вот это уже щучка судака. Щучка судаковой резины. Вроде бы всего-навсего мы взяли один вид этой резины, да, а под все условия ловли мы ее подбираем с тобой. Кроме всего прочего, как мы говорим, вот эта съедобность, по окуню вот в микроджиге, вот это у меня была лучшая резина и в прошлый год, и в этом году. Вот именно Curly Grab, вот, ну, паук. Очень много я всего пробовал, но я уже начал с того, что сказал, что вот, вот эта резина Бакси, здесь несколько размеров, вот это, как я понимаю, максимальный. Но на Москве реке я больше ловил чуть меньшим размером, почему? Потому что там надо было далеко забрасывать. Вот, мало того, что здесь аромат, само собой, но вот чем-то эта геометрия, хотя, казалось бы, она мало на что похожа, если мы ассоциируем это с нашей какой-то вот, ну, да, пищей, рыбой. Да, 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 да. Вот, но, тем не менее, она подкупает. Я переловил огромное количество окуня, судака вот именно на эту приманку. Так получилось, что у меня было их там 4 пачки, и вот эти 4 пачки, они у меня были убиты в хлам там за несколько рыбалок, но и рыбы, соответственно, переловлено очень много. Вот так. Маленькая приманочка, вот эта в маленьком размере, у меня почему-то ассоциируется с личинкой веснянки. А вот смешное название такое есть у резины Моси, да? Вот, она по окуню... Валера, это не надо показывать, потому что рыбе будет очень плохо, если народ узнает. Вот, она по окуню творит просто чудеса. Но вот в данном случае здесь вот у меня под рукой 3-дюймовый размер, да? А я ловлю, очень часто применяю 2-дюймовую. Вот эта приманка ассоциируется у меня почему-то, я не знаю, с личинкой стрекозы. Мы ее раньше называли казара, там казарка. Ну, на самом деле, очень похоже так, чисто внешне. Хотя это вроде как формальная имитация рачка, но может быть... И окунь-то как в то время ловился на эту личинку стрекозы, на натуральную, хорошо, так он ловится и на эту приманку замечательно. Почти прямая и пассивная приманка. Вот что ты можешь сказать? У тебя опыт есть по ней? Вот если ты помнишь, буквально вчера мы с тобой в одной лодке рыбачили. Да, да, и вот... Собственно, поэтому я и задал вопрос. Да. Впечатления каковы? Да. Мы перепробовали много приманок, но почему-то случилось так, что сработала у нас вот чуть побольше приманка размером. Это у нас, наверное, я не знаю, тоже 3 дюйма, я так предполагаю. Это можно даже почитать, что здесь написано.
3,3. Это фиштейл, так называемый. Фиштейл, да, рыбка такая. А вчера мы использовали более крупную приманку. Так вот, основная масса поклевок щучьих была именно на приманку вот такой формы. Но что характерно, здесь хвостик пассивный, то есть он не создает сопротивления, то есть при точках равных она чуть-чуть быстрее проваливается. Но это тоже иногда бывает это важно. Это иногда важно. Иногда надо наоборот, чтобы приманка зависала. А иногда надо, чтобы она быстрее проваливалась ко дну. Когда зависает, мы выбираем приманку с активным хвостиком, с большим, с пушистым, с каким-то, чтобы именно она создавала какие-то колебания в воде. Это вроде как морская резина. Давай попробуем сегодня упереться в это. Давай, с удовольствием я это сделаю, тем более ты затронул такой, ну, важный аспект в рыбалке, да, как психологический момент. Вот это настолько важно, потому что, и ну, цвет смотришь, такой, вот видишь, вот цвет, форма. Почему он такой? У нас она абсолютно ни с чем не ассоциируется. Вот видишь, она ассоциируется. Вот только что с майкой. Вот. И поэтому мы стараемся как бы, ну, игнорировать такие приманки, да? И тем не менее, да, я думаю, что, ну, если мы этот барьер с тобой... Ладно, пора заканчивать говорильню и собираться на рыбалку. Рыба не ждет, ей кушать хочется. Что это щучий поклёв. Это она бьет на опережение, попадает зубами на поводок, поводок скручивается. И тоже хвост отъел, обрати внимание. А тоже отъел, да? Вот как он ухитрился его отъесть и попасться. Евгений, зато ты выполнил свое капиталистическое обязательство, взявшее на себя. Да. Поймал на резину непристойного цвета. Теперь будем ловить на резину пристойного цвета. Оказывается, резина вот таких мерзких, отвратительных тонов тоже ловит рыбу. Потому что главное не цвет, главное амбре. А мне кажется, здесь все-таки более уместна такая резинка, более прогонистая. Вот то, что у меня, например, стоит, или то, что у тебя. А мося, она более разлапистая, она для относительно короткого заброса и для более медленной проводки. А здесь все-таки у нас есть достаточно большое пространство, где оно клюет. Оно клюет и на поливе, и на свале, и где-то под свалом, поэтому желательно все-таки заброс подальше. Мы сейчас с Евгеньевичем посмеялись над одной деталью. Я кинул прямо на верхнюю бровочку и на подмотке почувствовал поклевку. Но окунь не засекся, а догнал эту приманку. И потом на ступеньке проглотил ее. И вот мы смеемся, потому что я поставил приманку мося. Ну кто еще может клюнуть на эту приманку? В первую очередь, конечно, окунь. Как мы вот за эти дни выяснили, что приманка номер один для окуня — это приманка номер один. Я в первую очередь, когда ставил ее, рассчитывал, может быть, на щуку или судака, но уж никак не на такого мелкого окуня. Тем не менее, Бёршик, да? Бёршик.
приманка больше самой рыбы. И опять Мося. Вы будете смеяться, но это опять Мося. Раздачи такой большой-то нету здесь из-за рыбы. Рыбалка всегда происходит такая трудовая, да? И вот на этом фоне она как бы интересная, эта рыбалка. В общем, в принципе, это клюет. Клюет здесь, клюет там, ты сам знаешь. Клюет, да, клюет везде. Но вот самое интересное, что вот насколько я представляю себе Чебоксарское, я не был далеко там внизу, я был вверху. Вот это именно вот то место, это средняя часть водохранилища, так вот, если называть вещи своими именами. И мне кажется, вот это вот оптимальный участок, где вот можно ловить не только в это время, но и вообще вот в течение сезона спиннингового. У тебя как мнение на это счет? Ну, район вообще Васильсурска, вообще всю жизнь у нас, у нижегородских рыболов, считается меккой рыболовной. Но по меркам, скажем, нижегородских масштабов, здесь, наверное, все-таки далековато. Ну, далековато, понятно, но оно того стоит. Ну, вот в данном случае я-то с позиции москвича, а, как известно, бешеные собаки – это 100 верст не крюк. Ну, сейчас нижегородцы тоже ездят сюда, и тоже без никаких проблем нет. У всех автомобили, у всех свои лодки. Потом у нас сейчас даже в этой акватории сосредоточено очень большое количество баз, рыболовно-охотничьих баз. Вот одна из них, на которую мы с тобой часто ездим. Да, Слобода, ей уже лет 10, и... Ну, практически каждый год я здесь бываю, и, в общем-то, база, она, мне кажется, вот однозначно лучше там на несколько сот километров вверх и несколько сот километров вниз, и плюс в хорошем месте находится. Место здесь замечательное, мы можем с тобой ловить, ты ни разу сам наблюдал. Вниз по течению едем в Марийскую ССР, мы едем вверх по течению, она находится в таком вот географическом положении, в самом выгодном. Сура под боком, 10 минут на хорошем моторе лодочном, на лодке, да, и мы с тобой в Суре уже рыбу ловим. Вот в этом отношении здесь, конечно, Слобода, она выигрышная база, вот в географическом положении. Основная цель поездки была тестирование силикона, съедобного силикона Bait Breeze. Два предпоследних дня рыбалки. Какие они были трудовые. Просто мы спрашивали результаты у егерей, у местных, у знакомых, которых встречали на воде, да? У всех результаты были не очень. И тем не менее, вот вся эта резина, она, ну не вся, вот ту, которую мы пробовали. Валер, да, согласен с тобой, потому что результат нашей рыбалки был выше, чем результат всех людей, которые были здесь буквально там 2-3 дня назад. Да. Это показатель. Может быть, конечно, оно и активно стало клевать, но судя по динамике, которая наблюдалась на других лодках, в общем-то... Я и хотел это подчеркнуть. Не было такого. Активно клевало сегодня, вот последний день пребывания нашего на этой базе, да, мы попали с тобой на хороший клев, на выход. Она, когда она клюет активно, она клюет на все. Резина Bait Breeze, без, скажу, вот, ну, без всяких лишних там вот этих, она была в фаворитах, а она реально отрабатывала как съедобная резина. Немного лучше, чем вот, ну, другие наши с тобой знакомые. Ну, сейчас, правда, я выступаю в роли съедобной резины для комаров и мошек. Вот они кусают мои голые ноги, поэтому мне хочется побыстрее отсюда сбежать. В смысле, одеться и туда, на водоем, где рыба ждет. Мы здесь теряем время, у нас еще есть часа полтора, наверное.
Так что, Валер, все было очень хорошо. Я думаю, мы еще последнюю рыбку сегодня не поймали. Да, будем закругляться. Спасибо тебе, Евгений, за участие. Тебе тоже большое спасибо. Я всегда рад видеть тебя в наших местах. Приезжай, пожалуйста, мы очень рады. Обязательно.